Сегодня я буду искать живой Ford Mustang. Гнилые, прям такие подгнившие. Сделали так, чтобы не было видно, что крыло снималось. Вот, мне бесит то, что люди врут. Именно вот это меня бесит. Так это она ваша? Мы с вами разговаривали? Мы вроде с вами. Вот тоже показатель того, что это Мустанг, да? А не Тойота. Началось все с того, что мне сказали, что она не битая, оказывается, она что она битая. Так она не битая, шпаглевки нет, да? Или есть? Гнилая, вон дырки. Мотор не установлен, зачем вообще такие машины выставлять на продажу, тоже не понимаю. Крайне странная история всего вот этого вот Мустанга. Всем огромнейший привет! И как вы поняли из названия видео, сегодня я буду искать живой Ford Mustang до 1 000 000 рублей, ну и, конечно же, на ровных российских документах. Посмотрим, удастся ли мне найти такую тачку. И да, именно из ваших комментариев под предыдущим роликом с Камара мы выбрали эту машину, потому что огромное количество было комментариев, что «Насть, посмотри Ford Mustang за 1 000 000 рублей, возможно ли найти такую тачку?» Сегодня мы это узнаем. Говорили, целая, да? Не билась? Нет. А подушки горят, нет подушек у нее? Так все-таки билась. Сильного удара не было. Если вы разбираетесь, откройте капот, посмотрите. Так, да. А зачем говорили сначала, что не билась? Примяла, не билась никогда. Просто в школу били, я покрасил. Шпаклевки нигде нет. Тут пустая, нету подушки. Аукционный лист, значит, у нее есть, по которому можно посмотреть, билась она или нет. Так это она ваша? Мы с вами разговаривали? Мы вроде с моим братом. А на кого оформлена она? На моего друга. А как будет выглядеть переоформление? По этим. А как это выглядит? Доверенность. Доверенность. Просто, а будет вот этот вот человек, на которого? А давайте созвоним сейчас. Если вы сначала решите, берете ее или нет, чтобы человек... Ну, сразу просто созвонимся, вдруг просто вы ее украли. Мало ли. Вы смотрите, если она вам нравится, мы поедем к нему, паспорт посмотрите, как положено. Не, просто понимаете, началось все с того, что мне сказали, что она не битая, оказывается, она что она битая. Она не битая, девушка, я говорю, сами, вы не знаете, что происходит. Ну, подушек у нее нет, лампочка горит. С этой стороны какой-то удар был. Вот даже здесь вот видно, да, специально вот сделали так, чтобы не было видно, что крыло снималось. Хотя вот по вот этому моменту видно, что задувалось. Ну, аккуратно покрасить, я же вам говорю, здесь красили. Тут дело не в том, что красилась она или не красилась. Тут дело в том, как ее сделали и за сколько ее оценивают. А крыша складывается нормально, да? Крыша складывается? Тесла монитор. Не, ну покрасили, что, нормально. Предпродажная подготовка. Очень даже хорошенькая. Это только вот такая вот СТС-ка, да, у них? У меня еще гендоверность есть от хозяина. А она приходила как... конструктор, типа, да? Ну, в смысле, по частям, кузов отдельно, двигатель отдельно. Такого не делают у нас. Вы сам армянин, а зачем на друга русского ставили ее? Доверенность, как говорили. Ну, вы говорите, у нас она на друга русского стоит. Ну, я у него покупал эту машину, девушку. Понятно. А как нам понять, что вы именно являетесь владельцем машины? Я тебе отвечаю. А вам какая разница? Я не перекуп, это моя машина. Если вы ее купить, смотрите, мы поедем к этому человеку, он вам все документы напишет. Если надо, гендоверность напишет. Если надо, купли-продажу напишет. Но у вас хотя бы какие-то сверить паспортные данные есть? Я говорю, если машина нравится вам, вы сначала машину посмотрите. Мы поедем прямо к нему. Он выйдет, вам паспорт покажет. Ну как паспорт? Обычно бывает. Купли-продажу напишет, если вам надо. А на себя оформить, в этом я уже вам помогу, вам не помогу. Только вот я знаю заднее левое крыло, там шпаклевочную машину, да и по бамперу точно получала. Ну, по лонжеронам есть какие-то нарекания? Нет, серьезных никаких ДТП не было, так ровненько. Гниль, ржавчина имеется? Нет, вообще нет. Если она взад билась, надо бы проверить, в каком состоянии. Левое крыло делалось, да? Мне так сказали мастера, я не видел. Окрасили уже вы ее, да? Да. Но не полировали, да? Ну, просто хорошо покрасили. За сколько отдадите? А вы за сколько готовы? За 500. Ну, мы же на рынке, как говорится, торгуемся. У вас 950 цена стоит. Хорошо, 800. Ну, 800 тоже нет. 1000 долларов могу сказать. Плюс это надо ехать в Армению и туда переоформлять. Ехать не надо вам никуда, я вам так и оформлю.
А это незаконно ж получается. Да, собственно, день доверенности напишем, но на их друзей я не могу работать. Как, тебя же должны прописать, видя, кто ты? Нет, там по день доверенности еще все можно делать. 850, короче, крайняя цена, да? 950 минус 30 тысяч, столько получается. Ну, почти 850 со всеми этими моментами. Опа! Да, ну и как вы поняли, этот мустанг на армянском учете. Вот. Мне, в принципе, смутило самое главное, что человек говорил, что машина не битая, а она оказалась битая. Я ничего не имею против битых тачек из Америки, но я против того, что люди врут. А чем мы отвернулись? Такая обидка прям, или что? Что за обида? Сверчка. Опа, откроем. Все, и больше не обижаемся. Это нормальная практика, что в Америке, в Майами и в других подобных городах бьются такие тачки, топятся такие тачки, потому что Камара, Мустанг и Челленджер — это в целом тачки студентов. Вот, мне бесит то, что люди врут, именно вот это меня бесит. И также с оформлением непонятно, что там у них происходило, потому что трубку берет на объявление один человек, показывает тачку другой человек, доверенность сделана на эту машину в России на третьего человека, а оформлена тачка вообще на четвертого человека в Армении. То есть для меня крайне странная история всего вот этого вот мустанга. Поэтому мы откладываем этот вариант и смотрим дальше, хотя как бы выбора немного за 1 000 000 рублей мустангов, но вот в целом, что мы имеем, какие еще варианты. Итак, прям вот сейчас открываем доску объявления и начинаем с самого дешевого мустанга. 270 тысяч рублей. Абонент временно недоступен. Следующий по стоимости 470 тысяч рублей. Вот такой вот мустанг. A few minutes later. Но трубку не берут. Следующие 550 тысяч рублей. 95-й год. Вроде бы на российском учете. Да. Здравствуйте, я по мустангу вам звоню. Скажите, а вот по двигателю какие недочеты? Сейчас недочетов нет. Объявление старое, зимой прогорели прокладки КПЦ, но это из боли. Ложки были сняты, заказаны прокладки, вдруг все поменены. То есть сейчас как бы посмотреть его как бы смысла не имеет никакого? Ну, сейчас смысла нет, да-да-да. В конце августа он заедет на покрас, и в сентябре установится двигатель, где-то в середине сентября его можно будет посмотреть. Итак, мы сейчас посмотрели три объявления, это низ рынка. Один не берет, другой абонент не абонент, и третий... Мотор не установлен, зачем вообще такие машины выставлять на продажу, тоже не понимаю. И первая цена получается на этот мустанг 660 тысяч рублей, которые мы сейчас и посмотрим. Опа! Опа, Белоруссия. Армения, Абхазия, мы видели, а Белоруссия еще и нет. Это чтобы было понятно, что это как бы мустанг, а не Toyota Levin какой-нибудь. 98-й, 2004 год. Это 4-й рестайлинг, 190 сил. Не битый, говорит, ни гнили, ни ржавчины. Весь. Смотри, что у него в салоне лежит. Ключик, ага, я видел. Ни гнили, ни ржавчины, говорит, а арки что-то гнилые, прям такие подгнившие. Крылышки. Вот тоже показатель того, что это мустанг, знаешь, а не Toyota. По всей видимости, реально тачка давненько стоит. Паучок такой прям прижился нормально. То есть даже тачка, пожалуйста, за 660 тысяч рублей не на российском учете. Но если у нее арки ржавые, хотя он говорит, что не ржавые, значит, есть вероятность, что и порогом. Ой, ядрить, колотить, Василий Петрович. Гнилая. Не просто ржавая, она гнилая. Вон дырки на днище. А с каким она мотором? 3.8 механика. Механика, гля, как будто на полшестого. Такая чисто рычаг. Карбоновые вставочки тут. Карбоновые, думаешь? Ну, такие. Не Алиэкспресс. Вот это вот говорит, знаешь, о чем? О чем? Потому что это не карбон. Ну, лак как будто вот у них такой. Пластик просто, думаю. Конечно. Просто тут вот, видишь, этот... Это тоже пластик. Скучился лак. На кого рассчитаны такие объявления, непонятно. Вы можете машину посмотреть, там во дворе стоит. Что самому стыдно уже показываться. Да, она вся по кругу.
Где-то ржавая, где-то и даже и дырявая. Чувак просто так уверенно пишет, и по телефону он мне говорил: кузов весь целый, ни гнили, ни ржавчины. То есть просто машина и в идеале. Короче, этот вариант точно не вариант. Ну и как мы увидели, что даже вот такие вот древние мустанги 4-го поколения могут быть на другом учете, то есть даже возят, либо их давно когда-то возили, потому что номера, по-моему, сейчас в Беларуси вообще другие, а эти какие-то на транзиты похожи, в общем, человек вообще перестал брать трубку. Ну и понятное дело, нам нужна тачка на российском учете, и мы не стали до него дозваниваться. Первая цена на мустанг, который можно купить на российском учете, это 800 тысяч рублей. А так она куда билась? Ну, как бы передний бампер крашеный и крыло, я вам сказала. А по задним крыльям ничего? Нет, там ничего. А так масляный у нее есть? Расход какой-то? Да, то есть я вот заливала весной масло, и недавно я еще, ну, обнаружила, что еще надо пол-литра где-то подлить. Ну, типа, нигде ничего не течет, я постоянно смотрю, чекаю, все нормально в этом. Да, у нее хорошее состояние порогов и днища. Намываете? Да, она даже вроде здесь живая, по крыльям этим. Колеса даже Рига, да? А, колеса, конечно, вообще офигенно. Тормозные диски, наверное, тут надо менять. Диски я бы посмотрела. Потому что они такие все юбка и введенные. А какая, ну, финальная стоимость, торг имеется у нее? Или нет? Это вот реально тачка для ценителей, отсюда и такой ценник. Лично я бы себе такую машину бы не купила, потому что считаю, что ценник овер завышенный. Лучше взять вот действительно Камара, как мы смотрели, также 4-го поколения. За 500 тысяч рублей чувак ее бы отдавал. По состоянию они идентичны. Вот, единственное преимущество то, что вот этот Мустанг Кабрик, но платить на 250 тысяч больше, ну и в целом, как бы, если сравнивать эти 4 поколения, двух вот этих американцев, то Камара все-таки выигрышнее, на мой взгляд, плюс Камара моложе и дешевле выходит. Но состояние этой тачки очень даже гуд, если вы фанаты вот таких вот мустангов старых. Мне больше нравится 5-е поколение, если рассматривать из мустангов, то тачка хорошая. Тачка-то хорошая, но я лично считаю, что 750 тысяч рублей для такой машины дорого. Вот, хотя это как бы низ рынка. В целом, что Камара, что Мустанги, это один класс авто. Но вот Мустанги, они процентов на 20 дороже. То есть, а в данном случае и на все 50% тачка дороже. Потому что если сравнивать с Камарой 4-го поколения, что мы смотрели за 500 тысяч рублей, то в целом тачки не особо различаются. Только единственное, это кабриолет, а так крыша была жесткая. Вот, ну, как бы если бы эта тачка стоила 500 тысяч рублей, я считаю, это норма. А так, ну, я лично бы не купила за 750 тысяч рублей такую тачку. Вот, лучше, наверное, какой-нибудь типа FX35 там, или 37, или намного других машин, которые можно купить в бюджете до 800 тысяч рублей. Ну, а теперь давайте посмотрим 5-е поколение мустангов и какая стоимость на них. Первая цена на рынке, на российском учете. Ну, видно, что не стоит эта тачка, что он ездит на ней. Тормоза такие новенькие. Так, вот тут подкрас точно был. Диски такие, бордюр повидавшие. Ну, диски прям как будто бы Арига. Красные суппорта, ну, покрашенные. Так она не битая, шпатлевки нет, да? Или есть? У нее часть крыла крашеная, бампер передний и капот. Я не думаю, что возят какие-то машины из Америки, из Канады. Все детали родные, стекла все тоже родные. Ну и я ее тоже перед покупкой осматривал, проверял. Задние, получается, да. Крылья в целости, да? То есть делалась только задние морда? Задние крылья абсолютно точно без шпатлевки, да. Она вся в родной краске. Подушки тоже на месте, да? Безопасности? Подушки?
Подушки на месте, да, все. Это получается первая цена на 5-й рестайловый Мустанг 1 750 000 на российском учете. О, задние крылья тоже что-то делалось, а он говорил, задние крылья не делались, если что. Вон, спучилось и уже отлетел кусок краски. Так я удивил, что девочка звонит по поводу машины. Обычно шпирекупы звонят, а тут еще про документы такие вопросы. Да я смотрю, у нее зад тоже делался. Вон, тут краска спученная. Ну, это, мне кажется, что это завод спущен, с той стороны тоже. А зачем Мустанг? Ну, а вам зачем Мустанг? Ну я-то поэкспериментирую. Вы напонтовались, теперь моя очередь понтоваться. Я понял. А с японцами же там больше не слышишь. А, ну пора по. А что? Вы узнали меня? Ну конечно. А, прикольно. Он же сразу подошел, говорит, вот дела. Я поэтому да, удивился очень. О, как удачная погода, да? Ни хера не видно. Да, вообще вот, шикарно. Это завод краска, а вот это уже пошел на завод. И вот здесь пятно на лаке. А, переход, да? Переход, сделали. Да, да. А, видно. Вот, видишь, видно. Да. Ну, это сказали запрыгнуть. Я ничего не знаю. Потеет вот это, потеет почему-то, видишь, немножко, это датчик масла. Угу. Вот. Мотор сухой абсолютно, масло не жрет. Ну, видно, подливаете, да? Не, не подливаю, вот это все потеет вот так. Тут же, ну, были бы прям, мне кажется, потеки. По переду окей, ясно, просто теперь вопросы только по заду. Не может завода вот так вот быть. А, ну, я имею в виду просто, ну, либо там... Я подкрасил же, вот это так подкрасил. Там коррозия была? А, нет, как... не было коррозии, он вообще не как ржавеет. Как истинный перекуп, ну, да? Ну, какой ну перекуп, блин, ну моя машина, ну что это? Ну подкрасил, чтобы не сильно палевно было. Не, подкрасил вот с 3 метров, ну вообще все. Ну понятно, да, и там заводская была. Ну вроде с этой стороны все по заводу. Это краска так облупляется или это пленка? Пластидит. Ну похоже, ну он прям смотри, как не с той стороны. Угу. Бампера там прям куска не хватает. А, глаза не бросаются вообще. Салон, кстати, тут нормальный. Лампочки не заглушены. Нет. Нет? На месте. Звук хороший. Типа не орет. С кондиционером по городу 12 литров расход. Я очень сильно. Что, даже ни разу бернаут не делали? Нет, не делал. Вообще не понимаю. О, боком он едет при любых обстоятельствах. Мокро, сухо, да, вообще типа. Так и что, 1,5 миллиона рублей получается, да? Ля ты крыса. Скажите вы свою цену. 100 скину, больше не скину, наверное, так как-то. 1,650 000. В целом очень даже. Хорошее состояние, есть моменты, там где-то что-то подкрашено, подделано. Не понравился момент, что он сказал, крылья типа хорошие, задние, а они там подделаны. Ну, как будто бы. Вот, а так в целом, типа, по технике вообще хорошее. Ну, учесть то, что это первая цена, за первую цену по рынку на такую тачку, я думаю, вот это все остальное мелочи, и на это можно закрыть глаза. Да, прикольно, еще сотку скинул, 1,650 000, считай. Не, за рестов это хорошо. Да, нормально вообще. Но это не миллион, как бы, да, внимание. Сейчас я приехала к своей подружке Соне, которая является как раз-таки обладательницей 5-го рестайлового Мустанга. И как оказалось, Соня мне рассказала, что это уже второй рест, хотя нигде, ни на Авито, ни на Автору, ни на любой другой доске объявления. Ну да, ну да. Классный гелик. Нет того, что у тачки есть второй рест. Но мы с вами смотрели, оказывается, первый рест по фарам можно понять. Соня, а здесь, получается, фары другие, бампер, что еще?
Мотор одинаковый у них. Мотор один, ну, там просто у Дореста еще есть 4 литра, здесь на этом втором Ресте уже нету 4 литра. Только 3,7, да? Да, там типа 212 сил, как раз у меня был такой Мустанг. У меня было 212 сил, 4 литра. Вот. А какого года? Этот у тебя получается 2013 год? 12-й. А, 12-й. Да, а тот был 9-го. А, вот так вот. И как раз таки с 9-го года пошел в первый Рест, а с 12-го года пошел второй Рест. С 12-го по 14-й, а потом уже 6-й. Да. Капец, как все сложно. Все, да, у нас все очень сложно. Да, ладно, а то есть как бы ты уже, у тебя семейство было целое, то есть следующий у тебя будет все 6-й теперь, да, или как? Нет, я хочу челленджер следующий. Не, мне просто не нравится 6-е поколение, потому что он уже совсем не брутальный. Этот хоть еще такой жирный маслкар, а 6-е поколение уже такое уже более зализанное и на масс-маркет. Сколько ты владеешь вообще в общей сложности мустангами? Этим мустангам уже скоро будет 5 лет, а предыдущим год еще, ну то есть 6 лет получается. Так, мустанг у меня 2012 года, купила я его за 1 650 000, и за эти 5 лет я поменяла 5 раз внешний вид. Последний внешний вид мне стоил примерно там 200 тысяч рублей. Вот эта пленка совсем, может даже, наверное, даже больше. Вот эту губу тоже ты поставила? Да, эта губа стоит примерно 20 тысяч рублей. Почему примерно? Потому что мне он достался со скидками. А, вот так вот, ясно. Так, дальше пойдем, что следующее? Тормоза? Можно про фары сказать. Фары... ну, я их не меняла, мне их просто сделали кастом, и получилось около 50 тысяч рублей, чтобы сделать вот эту всю систему. Короче, можно остановить в каком-то одном цвете? Да, можно, типа, чтобы они разными моргали. А, вот такая вот. А классные, покажи, классный, значит, спортивный. Конечно. Ну, где же классный? Это же не классный. Вот красный. Ура, красный. Я попала. А вообще по запчастям, по обслуживанию, вот за эти там 5 лет дорого-богато было или как? На самом деле она ломается прям очень редко. В основном это всякие там расходники. Загрузка. Да-да. Ага. А, ну да, тут 3,7 получается мотор. По мотору ты попадала на какие-то моменты? Нет. У меня было ДТП, и я заказывала там такие более весомые запчасти, и тогда, да, тогда их нужно уже там ждать, естественно, не неделю, а там... Ну, смотря кто везет, я не знаю. Но я долго ждала. Ну, короче, понятно. То есть у тебя получается... так что с кузовными деталями приходилось ждать сколько? Да. 2-3-4 месяца, сколько? Или там. 3-4 месяца. Охренеть. Самый первый, пятый, я помню, стоил типа 500-600 можно было купить. Ну и посмотрев 4-е поколение, 5-е поколение, я решила, конечно же, посмотреть и 6-е, потому что мне в целом интересно, сколько стоят такие машины и в каком состоянии они привозятся. Да, я полностью согласна с Соней, то, что эта тачка уже далеко не muscle car, а просто обычная красивая машина, и никакой брутальности в ней нет. И в то же время эти машины, большинство из них, не на российском учете. Они привезены исключительно битыми и восстановленными, и 99% таких машин, что мы посмотрели и увидели, сделаны просто через жопу. Здрасте, мы к вам. Так, ну расскажите, где тут у него сразу билось, чтобы посмотреть. Когда она привезена? 15 числа она пересекла границу. 15 июня? 05. А, мая. 15.05. Не ставлю на учет, просто вы будете первыми. И, ну, честно, у меня друзей не ставят на учет погоду. На этих номерах можно до года ездить. Штрафов, налогов, парковки, но ничего нет. Договор показывайте и все. ПТС получено. А вы занимаетесь привозом, да, таких машин? Нет, я просто заказал 3 машины. Ага. Одну папе, но папа у меня просто ушел и не дождался. Это я заказал себе, а потом увидел СРТ. Сейчас доедем, если что. Там 530 лошадей, и там другая машина. Это просто красиво, если честно. Просто красивая, но никуда не едущая, да? 2,3 мотора. А он с таким обвесом станет на учет? Я все сделаю сам. У нас на учет ставят любой американский автомобиль, потому что они не знают, с каким обвесом он изначально был. То есть это вы вот уже аукцион, тут заделали. Все свое родное. Крыло было снято для дефектовки. Здесь получается капот, бампер и крыло крашено. Я бы что сделал? И минусы этих машин,
Если вы в спорт-режиме наваливаете, бублики крутите, восьмерки и боком даете каждый день, то к 80-100 тысячам турбина умирает. Это 20-25 тысяч рублей стоит турбина. Я думаю, вы это делать не будете. Бублики крутить не буду, думаете, да? Не похоже, да, на такого человека? Ну, девочки как бы... Не делают, да, так? Ясно. Я извиняюсь, если вас, да, немножко. Да, не, ничего. Ну, куда? Бордюр, держи! Держи дорогу! Ладно, ну сейчас полазим, посмотрим ее тогда. Тут то ли крепление сломано, да? Сзади тоже она билась? Зазор какой-то, он не стоит, бампер. С этой стороны хорошо сидит, а с этой стороны не очень. Вот тут тоже что-то как-то стоит коряво. Зазорище. Фару так и не меняли, да? У нее крепление вот такое вот не прикрученное. Ее надо закрутить, да. Здесь она разбита. Где разбита? Ну вот они, трещины, и вот здесь трещинка пошла. Ну ничего не потеет, это оригинальный. Здесь такая же история, но здесь хоть прикручено штатное крепление, а тут уже наколхозили проставочек. А вес Арига? Да какая Арига, залипухая Арига китайская. Арига стоит 180-250 тысяч. Китайская Арига. Подушка стреляла в руле, да? Не в курсе? Боковые? Нету боковых подушек, есть, да? Все стоит. Да, она даже не за резинкой. Надо резинку отогнуть, туда загнать. Ты тоже смотрел у вас? Да, смотрел подборчик на лизинг. С той стороны тоже стрелялась, да? Там крыша даже ровная. Ни хера не ровная. Вот, смотрите. Не дотянули чуть-чуть. Не добили. Ну, тут хоть подушка целая. Мне кажется, вообще это заводская тема. Не. Давайте обратно поправим. Да, сейчас ставим. Блин, вот это, конечно, выглядит крайне вообще жига. Жига стиль. Аэродинамика или чисто аэродинамика? Аэродинамика чисто нормально. А это у него карпет такой штатный? Все штатные, да, как и есть на самом деле. Такой идет с Америки карпет? Да. Ну а что, мне покупать его отдельно, что ли? Не, ну я имею в виду, просто выглядит так прикольно, конечно. Как с Южного порта. Здесь тоже, да, снималась подушка? Чек есть, подушки есть. Лампочка подушек загорается, а ну, подушку поставили назад? Подушки все ставил оригинал, я без безопасности не шучу. Вы именно ставили, здесь уже сделали машину, получается, да? Да. А это, вы говорите, Tesla монитор, да, у него? Да, с CarPlay. Там Bluetooth, Google карты, AUX, ну все что угодно. CarPlay, да, у него здесь? Видео, да, видео смотреть можно. Такая, конечно, вообще она. Мне не понравилось. Заколхоженная дичь полная вообще. Вот это уже сочный сок. Но так вы, оказывается, тут тачками занимаетесь, да? Из США? Ребята, знакомые? Да. Просто я смотрю, так много. А вы прям на ней ездите? А номера у нее не российские? Пока я не ставил. А, не ставили все-таки. И что, сколько навар? Выгодно? Да. 1500 сверху накинули? Да. Ну, коммерческая тайна. Коммерческая тайна? Перекупская тайна, я сказала бы так. 2760. И какой торг у этой машины? До скольки торгуетесь? За 2,5? Так не торгуется? Ну, мне просто кажется, что, ну, как бы она вам максимум 1 700 000 обошлась. Со всеми вложениями. Так вот, мое предложение было. Вы как что ответите? А, то есть 20-ка только, да? А, сильно не разгуляешься. А так вы, получается, как бы возили на вас машину, да? 2,3 литра. 2017 год. Но тем не менее, не 18-й. Вот любят вот это люди, мне прям бесит, когда вот так вот пишут. Ну, потому что в ПТС-то 2017 год будет. Ну, в ПТС 2017 год. Эксплуатация у нее в середине 18-го. Машина продана была. Ну, это уже потом никому не докажешь. Где-то не восстановлена безопасность, да вплоть даже до зазоров вот этих вот, да, как мы увидели на Шелби, а-ля Шелби, аэрообвес, аэродинамика. В общем, мне крайне не понравились те машины, что есть на российском рынке из мустангов. Ну и подводя итог, какой же мустанг можно купить до 1 000 000 рублей? Ну, я думаю, вы все уже прекрасно поняли, что исключительно 4-е поколение можно купить на российском учете до ляма.
Увы и ах, остальные пятые поколения только армянский учет. Но будем надеяться, что совсем скоро таможенный союз объединится, и без проблем можно будет кататься на этих тачках. Пишите в комментариях, какую следующую машину до 1 000 000 рублей мне посмотреть. Ну а на этом все. Всем пока и... А это маленький стрижик тоже с вами прощается. Совсем скоро он полетит в теплые края, как только отъест свое пузико.